Стреляем. Давай. Остановилось. Он еще внутри. Да. Иду на него. Хэдшот. Серьезно? Все. Все, загорелся. О, блин. Он один был, да? Не знаю. А зачем? Я веду. Нет, бандит! Хэдшот. Срочно спасайте меня, у меня сломаны ноги. Быстро. Он еще жив? Кто по мне стрелял? Он по машине. Он мертв? Да. У меня зомби живут, 37 хп. Убивайте. Угу. Спасибо. С не веди к нему зомби, если. Бандажи. Сам справишься? Да. Сейчас там все остальные. Спасибо, Ген. Ебать. Так, ну нас сейчас было слышно или нет? Да нормально. Да. Смог видно. Так, у меня переливание нужно. Давай наверх, перекладывай. Угу. Так, бандит-то от моего хэдшота умер или нет? Он сдох. Я не знаю, ты его убил, я его убил. Я в него столько патронов высадил. Okay. Левее. Иди нас наберется. Пиздец. Через 5 минут опять? Да вы заебали. Лол, что? Рестарт через 5 минут. Триггер бай. Чё там у них? Я зомби пытаюсь убить. Сейчас, тут. Там киллера. И у меня есть, естественно. Я подойду тихо. У меня есть. Смотрите там свой. Угу. Один труп только. Да. Кто его убил? Янкис. Блять. Бронированное что-то. Бонники. Чуть не... Пулемет! Пикап с пулеметом, шараш! Но! Загорелся. Где тело? Труп лежит под машиной. Готов. Я проверю или кто? Бандит. Я бегу уже, я уже. Окей. Блять, Дима, я чуть кони не нахуй не двинул. Машина, блять, закричал, ёпта. Мухи здесь. А труп тут. С чехом, по-моему. Бля, я боюсь приближаться к тачке. Подожди, пока потухнет. Теория оправдалась. Да? МК-48! Я не могу, ребят. Давай по очереди. Ну у тебя МК, потом МК, я все с калашом, блядь, как бы. Ну, ладно, я бегу. Да, чешский и остальное. В чешском Владбе и так далее. Чё они совсем каких хреновых машин делают? Какие-то, блин, пластмассовые. Дело не в этом, дело в конфиге оружия. Они все переделаны. И цивилинские машины пробиваются очень хорошо, но... говорил сам Мули Бой. Его там убил не я, мечет. Поэтому... Давай я подойду следующий. Пиздец, это было бы... Пиздец, мы халикраш устроили. Вот надо было ему именно тут проехать. Зомби появились у выбора. Наверное, мои. Его. 100%. Где он нашел 3 ленты на него? Бежит, вижу, справа вижу, налево. Да, вижу. Сейчас будут у большого дерева. Направление. Бежит к большому дереву. Зелененький, 170. Большому дереву, большое дерево. Да. Он в нашу лесополосу сейчас обходить будет. 340. Че, мочить его? Нет, подожди. Он с мачете. С мачете? Ну, блядь, че ты кричишь? Вижу. Деревья, да, двигается? Ага. Че, мочкануть его? Не надо. Далеко. Посмотрим, что он будет делать. Он, может, ну, не один. Что он будет делать на СЗ?
Вот я, а он вижу, бежит в нашу сторону. Да. Подожди, подожди. Нет, не совсем. Кого-то высматривает, он вооруженный хорошо. У забора сейчас. Вижу. Если он на нас будет стрелять, то он... Двигается по полю, обратно пошел. Он кого-то заметил, но не нас. Но он, наверное, бандит ко мне бежит, ребят, но я из глушителя. Есть ну, кто-нибудь другой? Нет, вали его. Ну, бля. Вали. Мне не надо валить с глушителя. Тогда мне помогите кто-нибудь. У тебя есть глушитель же. Да не надо, просто да возьми. За... Нам нельзя показываться. У нас пиздец, тут с двух сторон отряды идут. Где тут чувак? Он уже рядом со мной, почти вплотную со мной. Ну все, вали его, как хочешь. Вон он бежит, все, он слева. По мне стреляют. Бля. Снайпер. Тумана. Тумана. Вижу, вижу, отойди. Отойди серый нахер от меня. Не, понял. Попал, снайпер. Снайпер готов. Угу. Найс. Еще один чувак в лесополосе. Ты видишь его? Где? Нет, нет, но он там, на востоке. Арс. Ты я по зомби. Снайпер встал. Встал? Пустыни пробиваются. Упал опять. Арс, дай я по нему. Где он точно? Кусты в поле, два куста. Не первый, который, а дальше для нас. Направление... 120, два куста. Отойди. Где тот чувак? Высоко летит у меня. Блять. Где тот чувак? Все, готов теперь точно. Можешь не перелить кровь? У меня, я не знаю, я иди сюда к нам, наши. 34% крови, но у меня все равно трясет. А что у тебя случилось? Снайпер попал? Да. Да. Где ложись тут чувак? Все, кройся. МК. Кабанина. Не в старом, рядом Кабанина с нами. На восток Кабанина, от Верестника. Кабанин, да. Пойдем инвестигейтинг. Да, надо. Го-го-го. По деревьям. Что, по деревьям? Он в кого-то, наверное, из пулеметчика стрелял. Наверное, в пулеметчик. Ебать тут народ. Ну, что-то это вряд ли по зомби. Он будет двигаться, наверное, в нашу сторону, или там, где племянчик. Угу. Будьте аккуратны. В нашу сторону. Ну, заметьте. Угу. Думаете, отойдите мне? Я отойду, отхожу налево за камень. Вот он там, прям лег посреди. Нет, не лежал. Он где-то мог сейчас точно сказать, он я его видел. Правой он с правой стороны. Не будет. Кто бежит? Вон, чувак слева, ну, в открытую. Где это слева? Не он, это не он, это не он. Я, надо его валить. Я займусь им, я займусь им. Упал. Все, готов. Так, бля, где бандит? Это был пулеметчик, по-моему, посмотри прицел. Сквозь дерево убивают просто сквозь дерево. Меня не оттуда не могли пришить, я не знаю. Арс, ты должен затащить. Тебе прям нужно появиться? Не хочу. Я появился, блядь, а?